Хто знає, можливо, саме цей одинак і є майбутньою зіркою. Мене звати Єрмошин Олексій. Я музикант. Хочу, щоб всі услышали мою музику. Хочу, щоб мир став добрее за счет неї. З самого дитинства весь свій вільний час Олексій присвячував грі на фортепіано. З відзнакою закінчив музичну школу. Та мрії стати професійним музикантом не судилося справдитись. На навчання у консерваторії в Олексія просто не було грошей. Зараз хлопець працює вантажником у супермаркеті. Та любов до музики не зникла. Саме вона привела його на наш проект. Сьогодні Олексій представить на розсуд суддям свою авторську композицію. Скажи, Лёш, это выступление сегодня... Иногда люди говорят, что они посвящают свое выступление кому-то. Я посвящаю, да, любимой девушке своей. Хочу так доказать свою любовь. Иные способы я просто не нашел. Не думаю, поможет это. А как ее зовут? Аня. Аня, посвящаю тебе, он тебя любит. И он тебя действительно любит по-настоящему, потому что он тебе посвящает это выступление на такой огромной сцене. И это очень непросто. Лёш, я тобой горжусь. Да, спасибо. Твоя сцена, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я музыкант. Хочу посвятить музыку своей любимой девушке, таким образом признаться ей в любви. Ну... По-моему, прекрасный повод. У нас еще ни один из участников не выходил с таким красивым поводом. Ну что ж, тогда, если вы готовы, готов. Мы будем рады вас услышать. Хорошо. Это было самое красивое признание в любви, которое мне когда-то приходилось слышать. Вы, очевидно, талант. Это шоу для таких людей, как вы. Я хотел бы, чтобы Аня вам сказала так. Я тоже хочу. Я тебе скажу так. Влад. Я, конечно, говорю да. Спасибо. И я тоже говорю да. У тебя три да. Спасибо. Надеюсь, ты услышишь еще самое главное да. Четвертое. И я думаю, что оно будет важнее, чем наши три. Лёш, ну это потрясающе было то, что ты сейчас сделал на сцене. Я думаю, что просто тебе нужно заниматься этим дальше. Это невероятно. Я занимаюсь каждый божий день. Я буду заниматься. Пока я целые руки. Схоже, Донецьк подарував Україні нову зірку. Олексій підкорив судді і, сподіваємося, розтопив серце коханої дівчини.